Всем привет! Мы вновь в универмаге ХЦ Лейпциг, и это «Модный разговор». С вами стилист Ксения Жукова. Вы можете подумать, что легкое платье с цветочным принтом можно носить только в теплое время года, но это не так. Такое платье идеально сочетается с грубыми ботинками без каблука и объемной верхней одеждой. Например, как в нашем варианте с меховой паркой. Парку можно заменить на куртку-косуху или пуховик. Сейчас в тренде оверсайз-джемперы с объемным воротником. Этот джемпер марки Dorothy Schumacher выполнен в актуальном цвете нынешнего сезона, ведь сейчас на пике популярности все оттенки пастели. Данный образ можно дополнить вельветовыми брюками в спортивном стиле или же любимыми джинсами или юбками. Это мой любимый образ. Он отсылает нас к 60-70-м годам и включает в себя все тенденции сезона. Брюки из парчи и блуза с рюшами на рукавах. Этот образ можно дополнить классическим черным жакетом и туфлями-лодочками. Самое время выбрать для своего гардероба одежду осенних оттенков. Именно такие я подобрала для этого образа. Классическое пальто от марки Chingyu стильно выглядит в сочетании с джинсами клёш. Такие брюки подчеркнут фигуру и визуально сделают ноги длиннее. Наступили холода, самое время утепляться. В этом вам может помочь куртка марки Just Valerie, эксклюзивно представленная в универмагах ХЦ. Внутри куртки вас ожидает приятный сюрприз. Необычная подкладка с красивым принтом, а также суперудобная вешалка. Наш модный разговор о стиле наступившего сезона подошел к концу. Его провела для вас я, стилист Ксения Жукова. До встречи в универмаге ХЦ Лейпциг.